Thank you.
Ну вот видите, вот я просто, например, впервые в жизни вижу, чтобы во время импровизации все вдруг взяли одновременно, вот так вот остановились, но эта пауза была супер. Ладно, продолжаем дальше нашу программу. Сейчас вернемся немножко к истокам, поговорим о северных морях и заливах Шри-Ланки, нафаршированные всякими другими прочими прелестями. Thank you.
сейчас пьеса с того же альбома, но в более студийной версии. Кстати, можно приобрести с альбома «Свобода». Это то, что мы играли такую нафаршированную шоколадку, а сейчас у нас будет солнечный приз. Thank you.
ходит на диких бесплатных неохраняемых пляжах, еще и хулиганы все испортили. Да? Всегда.
А вообще-то музыка прошлогодняя, но в конце концов прошлогодняя — это еще не самое страшное. То, что мы играли до сих пор, это перемешку от того, что мы сделали прямо сейчас, 10 и там, 5, и 15. Короче говоря, так было не всегда, а сейчас мы ее в укороченном и упрощенном виде вам предоставим. Прослушивание может быть только личным, ни в коем случае его нельзя транслировать на радиостанции и интернет-порталы Северной Америки. Пересказывать соседям вообще не будет. Thank you.
Thank you.
вечер джазовой музыки, исполнение джазовых музыкантов Григория Горностаева, Владимира Матюнина, Соловьева, Игоря Шатова и Елены Сергеевской, подошел к концу. Снежные заносы призывают нас аккуратно добираться до дома, не замерзнуть в пути, чтобы превратиться в подснежники, как их называют, те, кого капают в Петропавловске и Камчатском, обычно когда сходит снег. Мы прощаемся с вами, желаем всего самого наилучшего, а на прощание сыграем вам еще такую колыбельную успокоительную песню. Хотя обычно люди плохо спят от этого. Говорят, меньше знаешь, больше спишь, а это песня. Да, песня называется «Я знаю». Thank you.